Представляем клетку для хомяков Ферпласт Комби 2.2. Комби 2.2 – это клетка для хомяков, а также для дегу, мышей, шиншилл, крыс и прочих мелких питомцев. Она сочетает в себе комфорт и прекрасное место для упражнений. Клетка изготовлена из пластика с прозрачной крышей, с металлической решеткой для циркуляции воздуха. К клетке присоединяется настоящий спортзал, благодаря которому ваш питомец всегда будет оставаться в форме. Благодаря боковым креплениям поддон можно полностью отсоединить, что облегчает процесс уборки. Благодаря боковым креплениям поддон можно полностью отсоединить, что облегчает процесс уборки. Как и многие другие клетки, компании Ферпласт Комби 2 подходят для соединения с игровыми тоннелями и другими модулями. Проявите свою фантазию созданием новых игровых зон. Получайте удовольствие от вида современных и ярких расцветок деталей клетки. Сборку клетки начнем с размещения в отверстиях поддона иллюминаторов и переходных тоннелей. Для их сборки и установки используются соединительные кольца из мягкого пластика и кольца-адаптеры из прозрачного пластика. Соберем спортивный модуль. На дне нижней его части устанавливаем лесенку. Плотно до щелчка прижимаем ее к посадочному месту. В верхней части модуля в специальном месте при помощи держателя устанавливаем игровое колесо. Соединяем обе части комплекса. Для прочности соединения на задней стенке имеются специальные пазы. Прочность соединения обеспечивают также соединительные кольца. К ним крепим иллюминаторы. На крыше основного модуля клетки устанавливаем замки и решетку. При этом поперечные прутья решетки должны смотреть внутрь клетки. Устанавливаем крышу на поддон и закрепляем клипсами. Далее собираем и устанавливаем поилку. Она крепится при помощи присосок. Thank you.
На дно поддона устанавливаем миску и домик. Далее при помощи трубы тоннеля соединяем основной и игровой модули. Зазор между прутьями 7 мм. Далее приводим основные характеристики клетки для хомяков Ferplast Combi 2.2. Надеемся, наш видеоролик был вам полезен. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте и на YouTube-канале.